Мы зашли во вкусную точку, поели. В общем, поели все, что с собой привезли. Там заказали кофе и заняли столик. И поели. Такие мы хитрые. Сразу же согрелись. Здесь внизу ощутимо теплее, чем там наверху. Идем гуляем. Там Лена с Лёвой. Сейчас пойдем в сторону Газпрома. Давайте, залезайте.
ребята, мы нашли лукоморье. Вот он, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а серый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, в море видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Разные сказки представлены. Юля. Вот. Это с яблочком. Ты вот в дверь туда как будто выйди. Да, зайди в дверь. Такая милая эта статуя. Какая-то прям жизненная. Тут вот по пороге стоит, а ты вот отсюда не. Смотрите, какая прелесть. Влюбленная Крися. Ребята, мы в галактике. Это вот мне очень интересно посмотреть. России тут не видно, у нас сверху. Это надо на второй этаж залезть, чтобы не видно было. Отсюда будет видно. Вот красиво проплыла вниз. Смотрите, куда мы забрели. Гараж. Охранник ушел.
конечно. Вандалы. Возвращаемся к электричке в горах. Облака лежат. Там солнце. Я закончу сегодняшний ролик про Роза Хутор. Хочу сказать вам всем огромное-огромное спасибо за лайки, за комментарии, за то, что вы со мной. Свое видео лучше. Спасибо вам всем огромное. Всем до встречи. Всем пока-пока.